В Магадане отметили День флага. В праздничном шествии принимали участие все желающие. Колонна традиционно пошла от телевышки по проспекту Ленина до Магаданской площади. Всего собралось более 5000 человек. Можно сказать, что означает цвета флага сейчас нашего российского? Серьезно? Хотя бы примерно. Свобода. Все. Красный – это сила, голубой – это надежда, и белый – это вера. А сколько лет российскому флагу, знаешь? Нет. Что означают цвета, которые сейчас у нас действуют, и сколько уже празднику лет? Ну, я знаю, что с 1 ноября 1991 года утвержден флаг, состоит из трех цветов – белый, синий и красный. Белый – это благородство, синий – мужество, и красный – преданность, верность. Магаданского шествия свои традиции. Первыми в колонии идут байкеры из магаданского мотоклуба «Полярные совы». Военно-патриотические клубы «Подвиг» и «Наследие» также завсегдатаи таких мероприятий. Данные мероприятия хороши для нас. Мы в эти моменты отрабатываем, допустим, строевой шаг, песни поем различные военно-патриотические. Ну и вообще, такие мероприятия для военно-патриотического воспитания молодежи очень важны. После шествия на территории Магаданской площади состоялось торжественное поднятие государственного флага. В этом году такая честь выпала магаданскому путешественнику Рудольфу Седову. Это символ нашей страны. Без флага не существует государственности. И признаками государственности является флаг, герб, гимн. Высшее должностное лицо в государстве, то, чем можем гордиться, то, что будем защищать всегда. После официальной части праздника жители города ждала концертная программа, на которой выступили артисты города Магадана.